Здравствуйте. Вика. Вика, почему нужно ехать в Одессу этим летом? Потому что там море теплое. Потому что там люди веселые. Потому что там маршрут, как можно расплачиваться в самом конце, при выходе. Правда? В Одессу! Потому что там будет дизель-шоу! Маршрутки, маршрутки! Приходите 24 августа, Одесса, дизель-шоу, мы вас ждем! На бесплатной маршрутке!